Привет, ребята, с вами Саня на канале Мисс Саня. Сегодня мы будем показывать вещи для школы, но это все будет сюрприз. Привет, ребята. Ну что, у всех прозвенел, наверное, звонок, да, прошло все. 1 сентября всех поздравляем, да, желаем вам хорошо учиться, да, быть крепкими, здоровенькими после лета. Все, наверное, собрались с хорошим настроением, да. Встретились с друзьями, да, Сани? Я свою лучшую подружку имею. Да, мы уже имеем лучшую подружку, с ней сидим в одной парте. Это лучшая подружка еще из прежней школы. Она из прежней школы, где мы 4 года, да, ходили перед тем, как это называется, ну, как всегда, да, и Пипис и Арка тут с тобой, они тоже хотят посмотреть, что же там посмотри, у тебя. Как у меня делается, какой печаток. Да, в рюкзачке. Да. Ну что, Саня, давай расскажи сперва про твой этот рюкзачок. Ну да, вот здесь я свой пенальчик кладу. Да. Вот такой тоже с феями, кстати. Тут с феей Дзинь-Дзинь. Да, да. Но там еще я пока ничего не создала. Пустой, да, он у тебя еще пустует? Потом карандашики. Ой, какие тут у тебя красивые. Откуда ты его получила? Кто мне же? Баба, да, тебе баба Мария подарила, да, его, чтобы ты была хорошей ученицей, хорошо учила, сказалось, да, Сани? А потом еще показываем униформу, конечно. Да, он ортопедический, он, кажется, может, большой, но он такой, у него вот такая вот здесь, вот я если могу видно. Одеть, если что. Ну, давай, только ты там уже вложила все, что надо и что не надо, ты если... Ну, давай. Вот, смотрите, видите, какой он весь? Вот у него здесь дно, все такое, как у чемоданчика, чтобы все... Супер! Ну, молодчинка! Молодец! Чтобы все держалось, чтобы были все тетрадки не помятые. Ну, а теперь я ничего не буду показывать. Там потихоньку все открою и по одной буду достать. Давай, ну давай. А я не буду показывать. Давай, Саня. Что же там у тебя есть? И опять закрываем. Ну, давай. А давай, может, все разложим? Нет. Ну, хорошо. Вот, я достала вот такие две бумаги. Кажется, простые бумаги. Да. Но они не простые. Вот здесь... цветная бумага, да, для рисования, наверное, для каких-то красивых, да, работ, да, когда, да, будете что-то делать с акварелью, может, да? Да, ну вот, вот купили. Это простые. Да, это только для рисования. Вот специально даже написано акварельная тетрадка. А теперь еще. Но это будет очень суперски. Ну давай. Вау, Frozen, что же это такое? Я сейчас расскажу. Как красиво, супер. Эльза и Анна. Я сейчас покажу, что там у меня есть. Sisters, что там написано? Две сестренки. Sister is a power. Да, любовь это power. Смотри, power. Тетрада. Это тетрадки или это книжки все твои? Тетрадки. Тетрадочки, да? Ну вот. Я могу показать, где литовский, где там математика. Вот мы их всех, вот все видите, в такие, если видите, прозрачные, обули их, как... Ну, да, да, да. Да? Да. Ну, Арка, как всегда, она тоже участвует, она участница вот движения. Я вот здесь не знаю, что это за книжка. Это моя музыка. А, это музыка, музыка, да? Да. А здесь музыка. Ну, вот музыка. Мне кажется, ну, какая красивая. Это математика. Да, 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 это математика. Да. Да, ой, вот математические прямо, видишь, упражнения, ну, да, везде. Ну, упражнения, считать надо. Задачки. Ну да. Здесь, подожди, литовский лес у меня. Ну-ка. Ну, это я не знаю, это, наверное, литовский. Литовский нет, язык? Нет, это не литовский. Ну, покажи, что написано на тетрадке. Это буквы? Это нет, это познание мира. А, это познание мира. Это будете познавать мир. Ну, с этой... Ну да, да. А вот здесь... Все,
Ну вот здесь, мне кажется, литовский по-настоящему. Ну покажи, покажи. Я тебя... Подожди, тут я вижу какие-то стихотворения. Да. Ну, Пипис, Пипис уже пошел к другу. Видишь, просится туда. Подожди, Саня. Это, кажется, познавательно. Нет, это литовский язык, да. Нет, Саня, меня... тесты, тесты написано. Нет, вот это литовский язык. Вот, видишь, литовский язык? Да, видишь, вот да, здесь да. Литовский язык. Это уже ты будешь делать, задачки решать. Да, поняла. Вот. Ну, много очень. Слушай, это учительница вам дала все, да, уже раздала? А вот это, подожди. Кого-то уже увидели, сейчас побегут. Может, моего друга. Ну да, это, мне кажется, вот такие. Да. Ну вот, а вот в такой, как это... Папочка, да. Чтобы вложить вот все вот эти свои тетрадочки. Да. Тут такая, вижу, резиночка идет, ну, вот так, да? Вот так натягивается. Натягивается и закрывается. Очень аккуратно, очень суперски сделаем, мне очень нравится. А я видела еще в магазине, знаешь что? Ну? Ластик, это помада. Да, супер. Ну давай, тяни из этой своей чудо-рюкзака еще что-то такое, да? Ну давай, вот вытягивай. Пластилин. Что еще? Сейчас еще что-то вытяну. Давай. Сейчас. Мой пенал. Вау, какой у тебя пенал, Саня. Покажи, давай, открой. А я сейчас. Ой, какой красивый. Возьму эту простую бумагу и покажу, что у меня там есть еще. Ну, бумага. Да, покажу. Сейчас открою. Опа. Ну это вот, фломастеры, да? Вот это Паркер. Паркер, да. Мы их купили два, да? Один бабушка, баба Мария подарила, другой купили мы. Сейчас покажу. Вот так я сюда надеваю. Ну-ка, ну давай, напиши. Напиши имя свое и сердечко. И ребятам пошлем всем. Давай. Сердечко большое. Знаю. И вот так теперь, Саня. Всем, да? Всем-всем. Да, шлем большой привет. Если у меня есть еще розовенький с Ферби. Мой с Ферби, кстати, так и не починился. Вот, этот самый лучший. Вот здесь мои ножницы. Где? Давай покажем. Тут у тебя ножницы, линейка, смотрю, да, всякие карандашики. Вот это мне подарила учительница. О, да, ну вот, видишь, да, да. Вот тут, потом, да, второй отдельчик, тут у тебя фломастеры. И мне очень нравится вот это вот. Да, какая она красивая. А эти, смотри, цветочки в блестках. Ну, прямо, слушай, вся ты. А вот сейчас покажу. Ой, это с Ферби. Этот лучше. Да, Паркер тоже, да? Ну, давай. Вот такой. Смотри, как красиво рисую. Угу. В комментариях, ребята, напишите, вам тоже, наверное, да, с Паркерами рисовать, да, надо первые буковки свои. Буковки свои. Буквы. Вот. Такой я нарисовала. Смотри, какие тут красивые фрезы. Ну, давай, покажи. Я покажу. Вот так, смотри. Угу. Красивый. Очень красивый, разноцветный. Ну давай, что вот там? Это уже все или что-то нет, еще есть? Нет, у меня еще вот столько там. Ну давайте, ну еще что-то. Я там вам ничего не буду показывать. Арка бедная хочет проползти через этот забор, чтобы попасть к своему вот этому же другу. А, но... вот. Тетрадки. Давай, показывай. Ой, какие красивые тетрадки. У нас таких не было тетрадок красивых. Вот, какие красивые. Вот есть. Это вот, вот для есть. Математики тоже, да, вот этот вот красивый, собачка. Да, собачка. А вот этот вот, и он такой же там внутри. Это с квадратиком. Да, это для математики, это для писать, да. Вот, а вот здесь собачка, а здесь вот лапа.
И лапочки, да, как будто пошел кто-то, да? Да. Ой, Angry Bird, да. Это тоже писать. А вот здесь птички, а здесь желтый. Ой, какой весь несчастный. И вот вон какой. Тапки его и лапу. Смешной. Ну вот, будет тебе не очень, да? Будет весело писать что-то. Будет с тобой вместе. Животное, которых так любишь. Такое. Лапочки опять, да? Кошечка. Ой, какая кошечка! Сиботненькая. Тут опять такой же, да. Это такой же, это такой же, это такой же. А вот, да, такой же, да? Все показали. Ну, красивые очень тетрадки. И еще. Мы покупали их как нам кто-то там рассказал, вот я не знаю, родителям могу тоже рассказать, что тетрадки покупайте, чтобы когда дитё ваше будет писать с паркером, чтобы вот это не просвечивалось. Ну давай, Сань, уже. Ну-ка, давай, показывай, что же. Акварельные краски. Ой, как для художника. Какие красивые. Вот, будешь рисовать, да, Саня? Будешь юным художником. И еще будем тянуть. Давай, вытягивай. Некончаемый рюкзак, из которого все время что-то тянем-тянем, да? Да, тянем-тянем. Ой, там что-то еще огромное, не огромное. А можешь показать потом, как твой рюкзачок как выглядит внутри? Это я смотрю эти... Клей, да? Да, могу даже подсказать. Очень хорошо клеит. Да? Ты что-нибудь уже с ним клеила? Что же ты клеила? Бантик. Бантик клеила? Молодец. И вот эти собачки, помнишь, где я тебе показывала? Ну, а теперь достану все. Боже ты мой, так сколько там всего помещается? Там у тебя как... Целый замок из всяких тетрадей. А вот здесь мой ключ. Из школы. Покажи. А, это где было у парты, да? И тут твое имя, ты его нарисовала, и там было висел у твоей, вот. Где ты сидишь, да? Я там сижу. Какой классный, молодцы. Ну и последний. Та-дам! Что это такое? Тряпочка. Это для физкультуры. Тоже сестры, да? Анна и Элза. Но они тут какие-то тут красивые, какие-то тут одеты так красиво. Это праздник цветов у них. Ой, как красиво. Ну, супер. Кто-то вам забыла подсказать. Да. Показать. Да. Забыла ножницы. Ножницы, да, очень нужны ножницы. Ну супер. Ну что, Саня, так как ты думаешь, все пробрела или еще что-то тебе не хватает? Не хватает. Чего? Списка для уроков. Точно. Вот умничка. Ну да, надо будет что-то. А может, мы сами нарисуем? Я умею, очень красиво. Я тебе покажу. Я когда была твоих лет, я сама себе делала расписание для уроков. Да. Ну, Саня, а что внутри рюкзачка? Покажи, что там у тебя? Много места, что столько всего поместилось. Ну-ка. А, один отдельчик. Тут вот такой. Нет, вот с молнией, да? И тут книжка. А тут еще вообще только отдельно. А тут для сока, я вижу. Да, вот здесь да, для сока. Да, 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 да. Я еще забыла вам наконец-то показать ножницы. И покажу, как они режут. Хорошо? Давай. Вот. Сейчас вырежу бантик. Ты умеешь? Угу. Молодец, давай. Подожди, сейчас. Как я там... Я помню, как я с другом там, знаешь, так всякие бантики нам делала. Сейчас. Сейчас сделаю, знаешь, как? Вот такие. Ну, а как делается бантик? Из двух... Я знаю, да. Вспомнила. Вот так. Вот. И теперь с другой стороны такой же надо вырезать. Я сделала уже. Уже сделала? Да. Ну-ка. И теперь надо клея.
Ай, ай, вот как ты. Ну, молодец, сама придумала. Пипис, кукуруза мне притащил. Молодец, иди ко мне. Точно кукурузу притащил. Ему, наверное, кто-то дал, а он не кушает, так он тебе принес. Молодец, Пипис, поделился с тобой. Арка, знаешь, что делает? Она сидит и ждет, пока эта кошка вылезет из этой травы, чтобы на нее напасть. Сейчас немножко просохнет. А я пока его что-то на нем нарисую. Ну, давай закрасывать вот, вот такой цвет. Давай. С двух сторон. Вот. Вот. И сейчас вот такие точки. Саня, а ты знаешь что? Перед тем, пока мы будем прощаться, я хочу, чтобы ты сказала, что завтра, да? Да. Мы обязательно вложим ролик, где ты в своей новой униформе, да? Да, да. Потому что мы теперь ее еще не показали, но мы обязательно ее покажем. Только был там ролик у тебя, вот вышел, что с 1 сентября, там, конечно, видно, но так просто вот так показать, какая юбочка, расскажем, да? Ну что, дарим, да, кому-то? Дарим? Ну что, хорошая очень идея, молодец, можно как-то очень красиво оформить или какую-то открытку кому-то, да? Лучшей подружке написать что-то и с такими бантиками сделать. И будет очень классно и оригинально, а да? А вот мой веер скрутится. Так вот я его, он виден очень хорошо, да? Он только теперь вот остановился. Ну, давай, на этой красивой нотке. Ой, ну ничего, смотри. Давай с этим всем забери. Короче. Ветра нету. Туда. Ветер куда-то немножко. Пропастился. Ну, вечерок уже, знаешь, и так. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Надеемся, что мы очень вам всего наказали, показали. И что обязательно в комментариях нам напишите, какие вы в школе, да, принадлежности там себе покупали. Вещи. Да. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. А я Frozen.